творчество — это зуд, да, это который ты должен, ну не то, что ты его хочешь реализовать, а ты делаешь все для того, чтобы его выразить, да, ты, ну это какое-то, ну это какой-то импульс, это какая-то энергия, которая имеет свойство выхода, да, и вот выходит она у всех по-разному, кто-то картины пишет, кто-то лобзиком там выпиливает, да, а кто-то вот, кто-то как я, сумки шьет. Я кожу люблю, потому что она теплая, она мягкая, она очень сильно специфичная, с ней надо уметь работать, конечно. То есть, когда у тебя из ничего получается что-то, это очень ценно, это, ну, радует, это эмоциональные, это положительные эмоции всегда, да, из того, что ты там что-то смогла, что-то сделала, это какие-то достижения каких-то новых вершин, да, и новых умений, что ли. Ну, то есть ты чего-то добиваешься постоянно, и, соответственно, от этого, ну, когда ты получаешь результат, и когда ты получаешь положительный результат, от этого всегда становится хорошо. Например, у меня в основном у девочки клиенты, и я, например, если девочка чего-то очень хочет, я говорю, загадывай желание, оно обязательно сбудется. Потому что через вещь, ну, вкладываешь, во-первых, свою душу, да, там, вкладываешь частичку тепла, и, соответственно, ты даешь человеку возможность поверить в чудо и ему дать это чудо. И, соответственно, когда ты, он получает, ну, уже готовое изделие, он верит в то, что все сбудется. И по факту очень у многих моих клиенток это действительно сбывалось. Когда ты знаешь о том, что о тебе думали, и причем хорошо думали, в тот момент, когда делали эту работу, то, соответственно, ты относишься к этому по-другому. И ты как бы, ну и вещь приносит больше тепла, чем фабричная. Сейчас, в настоящий момент, уже есть кожевенная мастерская Татьяны Шолоховой, да, где, в принципе, я создаю свои модели и реализовываю их на профессиональном оборудовании. Но основа, то, что была в самом начале моего творчества, осталась прежней. Это все равно индивидуальный подход к своим клиентам, заказчикам. Это вкладывание добра и пожелание этому человеку добра. То есть ты, когда работаешь, независимо от того, на чем, на старой машинке Зингер, либо на промышленной машинке, да, ты все равно остаешься прежним, и ты вкладываешь душу свою и даришь людям эмоции, положительные эмоции и индивидуальность, потому что в настоящий момент у нас, к сожалению, мало что предназначено лично для нас. Если вы хотите подчеркнуть свою индивидуальность, добавить изюминку в свой образ, получить кусочек чуда и зарядиться положительными эмоциями, обращайтесь в кожевенную мастерскую Татьяны Шолоховой.